И добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам про три сайта, на которых посоветовал бы вам открывать кейсы, если вы не хотите открывать их в Counter-Strike, потому что там это все довольно-таки дорого. Первый сайт это elitedrop.net, ссылочку на него я оставлю в описании. Давайте посмотрим, что мне тут выпало. Закинул вот тогда 600 рублей, и выпало мне как раз-таки две вещи в сумме на 800 рублей. Плюс там еще какие-то вещи падали, но я их продавал, поэтому сохранились только вот эти четыре. Это которые я как раз-таки забирал. В принципе, сайт довольно-таки интересный, можете тут пооткрывать, поискать ботов там, и если вам будет как бы охота выбить что-то подороже, можете попробовать пооткрывать кейсы, где вот вы видите, что на ботах там вещи дорогие есть. Дальше второй сайт это EasyDrop. На этом сайте тоже открывал, там закинул как-то небольшую сумму, потом что-то я продавал, начало падать какое-то говно, и потом оказалось, что выпал мне вот калаш, изумрудные завитки, я его вроде забрал, что ли, да, или продал, фиг знает. И потом мне как раз-таки, я, кажется, его продал, на него открыл кейс с глаком, и мне выпал как раз-таки татуировка дракона, которая в Стиме вообще 400 рублей стоил. Тоже довольно-таки интересно, как видите, тут дорогой дроп сейчас падает, то есть убийство подтверждено, вон Fuel Injector, тут аквамариновая месть, но тоже довольно-таки уже широкий такой. Я не знаю, по аудитории сайт 1300 человек онлайн. Вот, можете тоже тут пооткрывать. Ну и третий сайт это kscard.ru. Да, если не ошибаюсь, да, kscard.ru. Ссылочку на него я тоже оставлю в описании, как и на предыдущий. Тут уже все зависит чисто от вас, ну или от вашей удачи. Тут мы, как в лотерее, монеткой стираем с карточки и вот смотрим там, какой рисунок нам попался. Три одинаковых рисунка вы забираете этот скин. Если два раза, допустим, попали, один раз не попали, у вас есть дополнительный шанс. Вот, и он стоит там, кажется, рублей 9 или 11, или везде по-разному, я точно не помню. Если вы не выбили себе какой-то скин, то вам дается гарантированный приз, который может, кстати, даже дороже билета самого стоить. Вот, ну и сейчас, в принципе, давайте сделаем одно открытие. Я тут по партнерке накопил 13 рублей, просто там кто-то, люди переходили, вот 260 рублей закидывали, и мой заработок вот 13 рублей. 2 рубля докинул, решил просто для вас как раз-таки один билетик открыть. Жмем разыграть билет, ну и давайте там вот так вот сделаем, вот так вот. Ну да, уже ничего не выиграл. В принципе, гарантированный выигрыш это у нас аук осужденный. Ну ладно. Так, продать. Давайте заберем его. И сейчас я вам попробую показать. Так, как все у нас приходит. Как вы видите, обмен пришел у нас сразу же. Это мы все закроем. Ответить на предложение. Сейчас его примем. То есть все сайты у нас рабочие. Со всех сайтов я уже проверял, все скины приходят. Вот, и много видео по этим сайтам есть. Так что, если вам будет интересно, захотите пооткрывать кейсы, то можете это как раз-таки и сделать все на этих сайтах. Так, не обновилось, что ли? Да, я что-то принял. Ну, короче, я тут обновил быстренько, и вот он пришел. Ну, в принципе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока, ребят.